Челябинские полицейские поймали подозреваемых в серии разбойных нападений на интернет-кафе и продуктовый магазин. Как были совершены налеты, сняла камера наблюдения. Судя по этим кадрам, которые теперь приобщены к материалам уголовного дела, в заведение врывались трое. Все были вооружены топором и разводным ключом. А лица налетчики прятали под масками и капюшонами. Работники и сопротивление оказывать не успевали. Кто-то сразу отдавал всю наличность, кто-то убегал прятаться в подсобку. Визиты были нанесены в заведение в Курчатовском и Калининском районах. Общая сумма ущерба около 50 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками полиции установлена их причастность к совершению 5 преступлений на территории Курчатовского и Калининского района. По данным фактам, в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». А вот и подозреваемые. Двум 29 лет, их младшему товарищу 24 года. Во время допроса они признали свою причастность к серии нападений. За что задержаны? За разбойное нападение. Что похищали? Денежные средства. Как тратили? На еду. За что задержаны? По подозрению разбойное нападение. Сколько разбойных нападений совершили? Около 5. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые сейчас в изоляторе временного содержания. Полицейские ждут звонков от тех, кто узнал задержанных и мог пострадать от их действий. Подозревают, что они могут быть причастны к другим преступлениям.